Утром 15 октября на 301-м километре трассы М-11 в Вышневолодском районе области столкнулись грузовик и фура. У одного из водителей диагностировали рану головы. Тем же утром на этом участке М-11 столкнулись еще две фуры. В той аварии погибли два человека. Приступите к эвакуации третьего и второго этажа. То, что вы сейчас видите, тренировка по действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций в зданиях судов. По легенде, 16 октября в одном из кабинетов здания суда Заволжского и Московского районов произошло возгорание. На место немедленно прибыли сотрудники МЧС, УВД и скорая помощь. Именно с этими структурами судебные приставы в ходе инструкторско-методических занятий отрабатывают слаженность взаимодействия. Основная цель – это взаимодействие, значит, между службами. Сейчас подводятся итоги, цели тренировки достигнуты. Условный пожар был своевременно потушен, все службы прибыли своевременно. Инструкторско-методическое занятие 16 октября прошло под руководством главного судебного пристава Тверской области Надежды Семеновой. Начальниками районных и межрайонных отделов регионального управления Федеральной службы судебных приставов при участии судебных приставов по обеспечению установленного порядка деятельности судов и специализированного отдела оперативного дежурства отработан ряд учебных вопросов, среди которых осмотр зданий судов и судебных помещений, обеспечение безопасности в зале судебного заседания, осуществление мероприятий по сопровождению иностранных граждан в спецучреждения и до пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации. Были проведены занятия на 6 учебных точках. Сейчас, в данный момент, у нас в школе на первом этаже проводится тренировка. По теме это возникновение возгорания в здании суда. Такие занятия проводятся два раза в год.